собственно, положил начало моей личной такой вот истории с бардовской песней, потому что до этого я играл панк-рок. И как-то вот так получилось, что сидел, гитара чего-то, значит, рука играла такой панк-рок ритм. И вдруг я вспомнил из детства песню Вадима Егорова. Сейчас мы споем не эту песню, а другую. А ту споем где-нибудь уже в конце. Не Санкт-Петербург, а Вань, как называется? Самый культурный просто наш человек. Он знает себя название. Пушкин, да, город Пушкин. И там проходила Царскосельская премия. И знаете что? Нам вручили Царскосельскую премию. Вот. И вот оно как-то так ознаменовало. Вот мы думали все-таки, какой вот слоган должен быть у группы, вот, какое направление, что мы делаем. А там как-то вот в названии сказано «За вклад в развитие авторской песни за 21 веке». И вот мы теперь понимаем, ради чего мы поем. Поэтому сейчас прозвучит песня на стихи Александра Сергеевича Пушкина. А музыку написал Леонид Маргулин. Кстати, теперь моя любимая песня. 38 лет плаваю. Это тот самый страх. Письмо уберите, садитесь. Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по яркой глазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день. Одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь.
Все-таки, возвращаясь к панк-року, не могли мы никак, вот, все-таки оно тянет иногда, вот думаю, а Владимира Высоцкого вот, надо же спеть. И такой получился прям вот у нас панк-рок. Мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон. Растворились в дорожной пыли, утекают из кона за зерна. Эти слезы не сжатых полей и холодные ветры проворно. Одиночество и ожидания вместо вас поселились в домах. Потеряла и свежесть, и прелесть белизна ненадетых рубах. И старые песни приелись и на вязаных зубах. Мы вас ждем, торопите коней. Добрый час, добрый час, добрый час.